В деле о жестоком убийстве, которое произошло 28 мая, в нашем районе поставлена точка. На Сморгонщине вынесен приговор по одному из самых громких процессов последних лет. Подробнее в следующем сюжете. В конце мая текущего года 33-летний житель нашего района совершил особо тяжкое преступление. Так он в вечернее время, будучи в гостях у своего знакомого по месту жительства, после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на противоправное лишение жизни другого человека, используя в качестве орудия совершения преступления кухонный нож, нанес хозяину дома не менее 3 ударов ножом в область грудной клетки, причинив тем самым телесные повреждения, от которых пострадавший скончался на месте происшествия. В ходе судебного заседания виновность указанного лица нашла свое полное подтверждение. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь по признакам умышленное противоправное лишение жизни другого человека убийства. И приговором суда 28 августа 2024 года он признан виновным в совершении вышеназванного преступления. И ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, судом к назначенному наказанию присоединено неотбытое им наказание по предыдущему приговору в виде штрафа. В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.